Хорс, с вами снова канал Вика Хорс, и сегодня мы будем делать обзор, то есть я буду снимать, а вы будете видеть обзор на вот такой вот журнал «Лошадки». Он тут немножко помялся, но «Золотые лошади с Донских берегов» и такой вот супер какой-то крутой, суперский оконник, да, который очень милый, любит, наверное, есть морковку, потому что он как бы такой... Типа, дай мне морковку, дай мне морковку или покалечу. Вот, и здесь указана цена 477 рублей 4 копейки. Я отдала за такой журнал. Это 2016 года журнал 6 месяца. Да, такой вот журнальчик. «Гнедая масть и ее особенности. Два комикса о лошадях. Клуб начинающего конника». Ну, начнем мы, пожалуй, с обложки. «Конный мир удивительный, захватывающий, бесконечно прекрасный. Мы с радостью приглашаем тебя в очередное путешествие. Наш новый выпуск журнала. Сегодня нас ждет история донской породы. Целых два комикса про самую добрую лошадку Сару в мире. Конный тест, знакомство с историей диких табунов, весенние прогулки. А еще будем изучать... один из видов аллюра. И узнаем, какая масть самая хитрая». Такой вот конь. Тут. И что нас ждет сегодня? Читай! Да, кошечка такая. Ну, здесь ржание. Да. Потом перелистываем. Это «Рыжее солнце. Донская порода. Ее секреты». Короче, тут интересная статья, но я ее вам зачитывать не буду, потому что тогда видео получится очень длинным. Комикс я вам тоже читать не буду. Это «Хитрая масть», «Гнедая масть», «Самая хитрая среди всех расцветок шерсти лошадок». Вроде бы коричневая, но ведь коричневая – это и греневая, и буланая, и караковая. Как отличить в таком разнообразии тот... самый красно-коричневый. Проверь себя, сопоставь название мастей с их фотографиями. Правильно? И узнай ответ на страничке 30. А. Караковая, Б. Гнедая, В. Гнедопегая, Г. Буланая, Д. Чубара. Чубарка. Это темно-гнедая. Это гнедопегая. Это гнедая. Это буланая. Это караковая. Потом здесь комикс, я его тоже не буду читать, потому что он очень длинный. Кстати, сейчас этот журнал уже не продается, потому что он 2016 года, и он давно-давно продавался, то есть сейчас он уже не продается, но есть новые выпуски. Да, вот здесь изучаем рейс и находим фокстрот, тельт, не тельт, тельт. Вот, короче... здесь свободные, прекрасные, дикие табуны. Вот. Пожалуй, мы самые известные дикие лошади. На самом деле мы одичавшие потомки лошадей, которых привез с собой Христофор Колумб в Новый Свет. Вот комаргушки. Комаргушки. Потом лошадки тоже любят весну. Подпишись на наш журнал. Привет! Ну, короче, это такой вот весь журнал. Потом «Лошадь для тебя». Этот суперский тест. Какой вид конного спорта тебе больше нравится? Конкур, вольтажировка, выездка. Самая лучшая прическа для лошади – это развивающаяся на ветру грива, короткий ежик и ракес и аккуратные шишечки с белыми лентами. Какая лошадей... масть твоя любимая. Вороная, соловья, серая. Где ты поселишь лошадку? В деревянной конюшне, за городом, в домике на зеленом лугу, в большом спортивном комплексе. Что тебе больше всего нравится в лошадях? Грация и благородство, бездонные глаза и пушистые ресницы и силы, спортивный характер. Потом, вот. Какой комик-аксессуар ты подаришь своей лошади? Вязаную шапочку на ушки, теплую попону, уздечку со стразами. Вот. Когда у тебя появится... собственно, лошадь, ты первым делом. Проскачешь на ней верхом, накормишь ее вкусняшками и выпустишь погулять в поле.
если больше А, то ваша лошадка арабской породы. Если Б, то бельгийская. А если В, то ганноверская. У меня получилась арабская. Кстати, в комментариях пишите, у кого что получилось. У кого чья лошадь какая. Какая чья лошадь. Ну и здесь клуб начинающего конника с рисунками, фотографиями и барбос. Ну и всем пока. С вами снова был канал Лука Хорс. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и комментируйте. Пока-пока.